Начинается очередной поединок категории до 57 килограммов. Это у нас 1/8 финала. Фуреш Ол, Дондук Ол. Российский борец встречается с Магомед Расулом Идрисовым. Тоже Россия, но Дагестан. Атакует Магомед Расул Идрисов. Сумеет ли довести дело до конца? Сбил соперника в партер и повел со счетом 2-0. Фуреш Ол довольно непростой борец. В прошлом году на чемпионате России здесь же, вот именно на этом же ковре, он выиграл Артема Гибекова. В январе этого года ему уступил Исмаил Мусукаев на гран-при Иван Ярыгин. Вот, в прошлом году Дондук Ол, Фуреш Ол занял 5-е место на чемпионате России. Вот, ну, входит в, ну, является одним из сильнейших борцов России в легкой весовой категории. Магомед Расул Идрисов на взрослом ковре больших успехов пока не имеет, но становился бронзовым призером первенства России среди юниоров. Расслабляться, Мухаммад, аккуратно, добро. Да, ханатис кавеси, басивико. Басив, лей, алиха, не спи, басив, показывай. Не спи, блин, я понимаю, его разу держишь. 30 секунд. А 30 секунд показали борцу в синем трико. Ровно столько ему дается для проведения активного действия. Если за этот период времени он не сумеет завоевать хотя бы балл, то этот балл будет дан сопернику, а ему вынесено предупреждение. 5 секунд. Для Идрисова и для Хуреша Дондук Ола это уже вторые схватки сегодня. В первой своей встрече Магомед Расул Идрисов нанес поражение Артасу Сана из Казахстана. Это тывинский борец, который уже два года как представляет Казахстан. Довольно сильный борец. И неожиданно в этой встрече выиграл Идрисов. Вот. А Хуреш Ол, Дондук Ол в напряженном поединке со счетом 3-2 в предыдущей встрече выиграл у Георгия Вангелова из Болгарии. Всем вам известные спортсмены Казахстана. Идрисов также тренируется в Хасавюрте, в училище Олимпийского резерва. Его соперник Фуреш Ол представляет Республику Тува. Начался второй период поединка. Хуреш Ол понимает, что ему нужно отыгрываться, выходить вперед, что времени остается все меньше и меньше. Магомед Расул особо событий не форсирует, ждет атак соперника. Вот как раз он опроверг мои слова, пошел сам в атаку. Но большей частью он ожидает, конечно, действий соперника, чтобы сконтрить. Внимание! Все предварительные поединки, в том числе утешительные славы, пройдут сегодня в утренней программе, которая не должна быть в Синий пассив!
Церемония открытия соревнований 18:00. Взвешивание участников завтра 16:04 дня взвешивания. Снова пассив показан борцов в синем трико. Ему дано 30 секунд для проведения действия. Магомед Расул Идрисов обороняется. Счет становится 4-0. Ну, как я и ранее говорил, 4-0 это, хотя на первый взгляд и большой разрыв, но на самом деле перевод в партер оценивается в 2 балла, следовательно, 2 перевода в партер, это уже как бы догоняет, может догнать, скорее, синим своего соперника. Нет, не уходи такой, не поднимайся высоко. Поэтому все достаточно зыбко еще. А ты сколько? Коротко! На сей раз предупреждение вынесено. Не предупреждение, а 30 секунд для выполнения действия дано Магомед Расулу Идрисову. Собрано! Магомед Расул, собрано! Хорошо! Собрано! Не уходи на ковер! Хорошо. Остается 9 секунд. Если он не заработает балл, то получит балл Хуреш Дундук Ол. Хуреш Ол Дундук Ол. Менее 20 секунд остается. 4-1. 4-1 ведет борец в красном трико. 5 секунд. Упал. Стой, 30 секунд, стой. Не спидуй! До последней секунды боролся Хуреш Ол Дундук Ол, но в этом поединке сегодня сильнее был Магомед Расул Идрисов. Вторая победа над сильным оппонентом. Это говорит о том, что Идрисов хорошо готов к сегодняшнему турниру.